И в этой серии мы с вами изготовим новые диски для данных шин. За доллары брал ВАИ 203 Ураган. Вот весь материал, который нам понадобится для того, чтобы изготовить новые диски. Приветствую зрителей и подписчиков нашего канала. 24-я серия по строительству вездехода. Примерно 6 месяцев назад я изготовил новые шины низкого давления для нашего вездехода. За доноры брал ВАИ 203 Ураган. Кстати, кто не видел это видео, можете перейти в описание, ссылочку я оставлю. Но, к сожалению, началась война, и все работы по строительству вездехода были приостановлены. Сейчас понемногу начинаем все возобновлять, и в этой серии мы с вами изготовим новые диски для данных шин. Погнали! Вот весь материал, который нам понадобится для того, чтобы изготовить новые диски. Заготовки мне сделал Юрий из Лохвицы. Кому интересна вездеходная тематика, можете перейти в описание, ссылочку на его канал я оставлю, подписывайтесь. Что нам сделал Юрий? 8 конусов изготовил. 4 конуса у нас с более меньшим вылетом и 4 конуса более с большим вылетом. Материал у нас двоечка. Также Юрий накрутил нам кольца. Одно кольцо он сварил, настрелил отверстие. Все остальные кольца мы будем вместе с вами сваривать и, соответственно, сверлить. Также для данных колец нам понадобится трубка в диаметром 10 мм. По месту я хотел сделать блинчики, но, к сожалению, данные блинчики мне испортил токарь. То есть он накосячил, послабил здесь посадочное место и, соответственно, вместо 7 мм сделал 3. Но ничего. Нарезал я новые блинчики, будем вытачивать новые. Материал здесь уже взял 13 мм. Ну, походу вы все увидите. Также нам понадобится 4 сантехнических крана, 4 крана для автоподкачки. Для данных кранов были изготовлены втулки для того, чтобы их приварить на диски и потом закрутить сюда краны. Погнали все это сваривать и собирать. Первым делом сейчас обрежем и обварим кольца. Для того, чтобы кольца были одного диаметра, Юрий изначально нам изготовил кольцо. Оно сейчас у нас находится внизу. Сверху положил я второе, обжал все струбцинами, выровнял. Сейчас обвариваем, и, соответственно, все кольца будут у нас одного диаметра. Четыре кольца на один диск сварил я, зачистил швы. Сейчас все это вместе складываем. Вот это кольцо ложим наверх, зажимаем и сверлим отверстие. I'm rich.
Через одно просверленное отверстие закручиваем болт с гайкой для лучшей фиксации. Четыре кольца готовы. Сейчас на два кольца приварим трубку диаметром 10 мм. Прижимные кольца готовы, все обварил, зачистил. Сейчас приступаем к изготовлению диска. Приехали 4 блина стакарных работ, но прежде чем приступить к поварочным работам, нам нужно на этих блинах будет просверлить по 5 отверстий для крепления ступицы. Сейчас этим и займемся. На блинчике было проточено углубление 182 мм. То есть это у нас диаметр вот этого места на тормозном диске. Вставляем этот тормозной диск в это углубление. Все становится довольно-таки плотно, не болтается, ну, прокручивается. Нам нужно будет просверлить 5 отверстий. Отверстия у нас в диаметре 16,7 мм. Нам нужно будет просверлить 15. Потому мной был изготовлен вот такой тут кондуктор. Диаметр здесь у нас 15. И, соответственно, он плотненько вставляется в это отверстие. Вставляем его. И дальше все обжимаем струбцинами. Металл у нас каленый, сверлится он довольно-таки проблематично, потому для улучшения процесса сверления нам нужно использовать какую-то техническую смазку. У нас в данный момент никакой смазки нету, потому мы пойдем народным методом и для этих целей будем использовать обычное сало. На каждое отверстие нам понадобится по 2 кусочка, то есть в сумме 10 кусочков. Никто ничего не видел, нам хватит 9 кусочков сала. Люблю, когда остается сало. Все получилось ровненько.
сейчас с обратной стороны, там где отверстие, сделаем фаску сверлом на 27. Блин полностью готов, все отверстия просверлены. Для того, чтобы нам ровно сварить диск, для стола сделал специальную оснастку. Видите, у нас труба с резьбой. Здесь у нас 50 мм. На блине у нас тоже 50 мм. Этот блин насаживается на эту трубу. Дальше надевается у нас конус. И надеваются кольца. Все это зажимается и обварится. Все это вы увидите в процессе. Сейчас наша основная задача — сварить конуса. На блинчике у нас по кругу прорезан паз глубиной 4 мм. Это нужно для того, чтобы посадить и отцентровать вот это посадочное место конуса. Кольцо выставил по центру. Здесь у нас есть уголки в количестве 8 штук. Сейчас сюда наденем нашу половину диска. Надеваем прижимную вставку, она нужна для того, чтобы сам диск прижать к кольцу. Конус к диску прижали, сейчас все прихватываем на точке. По кругу все взял на прихватки. Сейчас второй конус. Все делаем точно так же.
Диск полностью прихвачен на прихватке. Сейчас наша основная задача весь диск обварить сплошным швом для герметизации. Швы все проварены, также уварил усилители в количестве 4 штук. Сейчас уварим краны для подачи воздуха. Крепление для кранов приварил. У нас используются два крана. Один кран для автоподкачки, он от автомобиля КРАС. И второй кран сантехнический. Он будет служить для того, чтобы можно было быстро спускать колеса. Сейчас мы с вами в нужных местах зачистим сварочные швы. Один диск изготовлен, но нам их нужно 4. Вот и 4 диска готовы. На данный момент остается вопрос открытым по поводу покраски. Говорят, что железные диски порошковой покраской красить нежелательно. Насколько это правда и кто профессионал в этом деле, напишите, пожалуйста, в комментариях, можно ли данные диски отпескоструить и покрасить порошковой покраской. Возможно, я данные диски затру сам, очищу от ржавчины, вскрою кислотным грунтом и все задую обычной краской. Но это еще пока не факт, пока я в раздумьях. Друзья, свесил все плюсы и минусы, решил все-таки диски красить порошковой покраской. Сейчас отправимся к Михаилу, у него есть своя порошковая покраска, сам процесс засниму. Кстати, кому интересна порошковая покраска в Киеве и Киевской области, контакты Михаила оставлю в описании под видео. Друзья, ну что, мы приехали. Сзади у меня находится место, где будут проводить пескоструйные работы. Сейчас буквально пару минуточек ждем человека, который этим будет заниматься. И разгружаем диски, и сам процесс буду снимать.
до пескоструя и вот после. Диски и кольца окрашены порошковой покраской. Сейчас шины бортируем на диски. Прежде чем приступить к бортированию шины на диск, сейчас мы подправим посадочное место для лучшей герметизации. Вот это место у нас неровное. И здесь иногда бывают наплавыши. Их будем убирать с помощью болгарки и шлифовочного круга. Зерно у нас 40, этого будет предостаточно. Вот так вот выглядит посадочное место после шлифовки. Сейчас диск закидываем в шину. Эту сторону мы сейчас берем, ложим кольцо, прихватываем на 4 болта, чтобы сам диск не ходил внутри колеса. Переворачиваем, там уже мы наносим герметик, ложим кольцо и по кругу планомерно все зажимаем. Между диском и шиной положил 4 колышка, обезжирил там все. Сейчас нанесем силикон и уберем колышки.
Одна сторона зажата. Сейчас все делаем то же самое со второй стороной. Устанавливаем краны. Завершающий этап. Сейчас накачаем с вами колесо. Спустя несколько месяцев наконец-то колеса готовы. В следующей серии мы данные колеса установим на наш вездеход, проведем тестовое испытание. Кому понравилось видео, ставим палец вверх, кому нет, вы знаете, что делать. Обязательно в комментариях делитесь дельными советами. Всем пока и до новых встреч!